Все желающие использовать ядерную энергию в мирных целях смогут пользоваться ресурсами банка низкообогащенного урана, который разместится на территории Казахстана. Как рассказал глава государства на саммите по ядерной безопасности, республика совместно с МАГАТЭ реализует успешный пилотный проект автоматизированного учета, контроля и защиты всего цикла добычи и обогащения урана. Банк расположится в районе города Усть-Каменогорск на территории Ульбинского металлургического комбината. Его деятельность попадет под юрисдикцию и управление МАГАТЭ. Регулироваться работа будет законами Казахстана. Финансирование банк получит за счет добровольных взносов стран и организаций, а также бюджета МАГАТЭ. Есть и значимые плюсы для нашей страны. Банк низкообогащенного урана позволит укрепить международный имидж Казахстана, развить атомную отрасль и повысить научно-технический потенциал.